Неизвестные бомберы могут сказать одно, что гангстер в Чернигове жил и будет развиваться. И Чернигов остается по-прежнему гангстерский город. Но знание, кому доверять, и доверие в него становится все хуже и хуже. Мы вам ничего не навязываем, просто даем выбор. Наше название говорит само за себя. То, что мы делаем день за дня. Мы не боги и не лохи. Мы просто делаем краши стены свои. Зато наш монолит, эти менты. Все не для нас, все для других. Все для тех, кого толщит кошельки. Для тех, у кого звездочки на погонах. Они разбросали наш пацанов по зонах. Эти дяди прной же рисуют свои бабки на пергаменте. Не думают про то, что люди хотят им это все. Бля, наплевать, так было всегда и будет всегда. Вот видишь, какая получается ерунда. Знать, кому доверять, а? Знак вопроса, твою мать. Знай, кого уважать, за кого на суде фальшивые сведения давать. А кого за лоха считать, всегда отрывать. Не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ. Знай, кому доверять, а? Знак вопроса, твою мать. Не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ. Кто-то лоханулся или спотыкнулся, и его кинули все, даже те. Вот доверяешь твою мать, братану. Думаешь, ты его знаешь, никогда не проверяешь. Крышу подкидаешь, и вот вдруг что с тобой случилось, беня. И твой так называемый брат уже и кинул тебя. Осталась фальшивая дружба и недоверие. Вот все то, что выплывает из огня. У каждого своя культура, для тебя это рэп. Так вот он бросает бег, а для других это дежеля. Или музыка в стиле панк. Но это не всегда, блин, значит, что он у тебя враг. Среди панков тоже есть реальные пацаны. И может быть они даже лучше, чем твои. Так называемые братаны, знай, кому доверять, так кого проверять. Не нужно с лохами тусовать, чтобы другу что-то доказать. Знай, кому доверять, а? Знак вопроса, твою мать. Знай, кого уважать, за кого на суде фальшивые сведения давать. А кого за лоха считать, всегда отрывать. Не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ. Знай, кому доверять, а? Знак вопроса, твою мать. Не доверяй никому, даже самому себе. Много в этом мире чуваков, но многие из них похожи на быков. Сначала говорят братья навеки, потом показывают свои кровавые клыки. Друг другу не доверяют, какие-то стрелы нагоняют. Блин, какие же они все-таки лохи. Они это просто не понимают. Если ты ни за кого, значит все против тебя. Эта логика проста, как привалить быка. Традиционная система, кидал схема. Сложная проблема, решению не подлежит. Слышу только крик, чей-то крик. Пацан, ты влип. Знай. За кого на суде фальшивые сведения давать. А кого за лоха считать и всегда отрывать. Не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ. Знай, кому доверять, а? Знак вопроса, твою мать. Не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ. КГБ. Знай, кому доверять, а? Знак вопроса, твою мать. Кого уважать, за кого на суде фальшивые сведения давать. А кого за лоха считать и всегда отрывать. Не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ. Знай, кому доверять, а? Знак вопроса, твою мать. Не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ. Знай, кому доверять, а? Знак вопроса, твою мать. Знай, кого уважать, за кого на суде фальшивые сведения давать. А кого за лоха считать и всегда отрывать. Не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ. Знай, кому доверять,
кто? Знак вопроса, твою мать, не доверяй никому, даже самому себе. В этой стране хуже, чем КГБ, КГБ. Знай, знай, знай. Знай, 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 знай.